Всем добрый день! Наконец-то я нашла время привести вот этот трильяж в порядок. Вернее, трильяж как таковой мне не нужен. Мы сейчас верхнюю часть откручиваем, а вот тумбочку хочу полностью видоизменить. И на этой тумбочке будут у меня располагаться чемоданчики. Прям вот горочкой, внизу побольше, потом вверху поменьше, еще поменьше. И чемоданчики будут в технике декупаж. Ну а пока занимаемся, снимаем трильяж. Класс! Трильяж отделили. От тумбы, получается, трильяж держался на двух шурупах. Ну и вот тут отверстия, такие вот штифты были. Вековая тут пыль. Сейчас вынесем тумбу на улицу и будем снимать верхний слой полировки. Вот такая вот мелкая наждачка. Ну, попробую здесь, чтобы уже камеру не нести на улицу. Да, прекрасно получается. Попробую шлифовать. Это вот шуруповерт, ну и такая вот насадочка. Да, неплохо. Неплохо. Повторяем, где надо. Опять убираем пыль. И потом уже будем красить. Края обдираются, но меня это нисколько не волнует, потому что все равно здесь потом будет у меня тонировочка, и даже края я буду счищать. Именно делать вот прям старинную такую тумбочку, пошкрябанную по краям. В отверстие вставили все те же вот деревянные, как они называются-то, чопики, не чопики, и шпаклюем. Шпаклевочка высохнет, и потом будем все обезжиривать. Забыла показать, какая у меня шпаклевка. Вот такая акриловая, универсальная, готовая. Так, а теперь обезжириваем. Спирт этиловый, купленный в аптеке. Перед этим, конечно, убрали пыль. Красить буду вот такой эмалью, которая для радиаторов, и она же для дерева. Думаю, в два слоя будет достаточно без всякой грунтовки. Но эмаль это белая, а я хочу добавить коричневую краску акриловую. Отлила немножко. Добавляю. Перемешиваю. Вот такой получился цвет. Сюда выливаю основную массу, а в стеклянные баночки чуть-чуть оставлю, чтобы потом сделать тонировку. Перемешиваем тщательно. Внутри тумбочки красить не буду, а здесь, конечно, покрашу. Краску наношу тонким слоем. В труднодоступных местах кисточка тоже понадобится. Равняем вот сразу, потому что потом разровнять уже может не получиться.
Ручки для удобства, конечно, я открутила заблаговременно. Сначала есть такие воздушные пузырики, но они потом лопаются. Главное, чтобы не было полос. Ну, даже если немножко полосы будут, я думаю, это не смертельно, потому что еще будет один слой, и он должен выровнять. Ну а вообще, если у вас есть опыт, вы знаете, вот именно этой краской можно даже одним слоем. Очень удобно использовать скотч. Вот надо мне здесь провести ровную линию. Сделать это не так просто, поэтому я вот приклеила скотч. И теперь вот таким образом. Прокрашиваю. Наношу второй слой. Валик взяла пошире. Думаю, что надо было так сделать изначально. Но опыта у меня мало, поэтому вот как получается, так и получается, но я стараюсь. Значит, какие недочеты? Вот здесь вот виднеется белое пятнышко, шпаклевка была белая. А надо было брать шпаклевку в цвет дерева. Вот была тумба у нас темная, значит, надо было брать шпаклевку темную. Между прочим, шпаклевка темная у меня была. Ну вот, как-то не догадалась. Но здесь у меня будут стоять чемоданы, и поэтому все равно эти белые пятнышки закроются. Структура от валика не совсем как бы однородная, а вот такими какими-то маленькими бугорками, не бугорками, но мне очень нравится такая структура. А вот кисточка, если попробуете красить, я пробовала, то вы намучаетесь. Будут и полосы, и всякая всячина. Вот такая интересная структура. Так что валик нужен для работы обязательно. А вот та электрическая штука, шуруповерт, без него можно обойтись очень легко. Можно шлифовать обычно, вручную, при помощи наждачки. Все, продолжаю красить. И все-таки я решила покрасить третий раз. Уже какой-то опыт приобретается. Вот рассказываю вам. Значит, красим слева направо. И чтобы вот эта часть была именно вот так справа. Объясняю почему. Потому что вот в этом месте бывает вот какая-то полоска образуется. Там вот краска скапливается. И вы выравниваете эту полоску. Ну, можно еще разочек пройти. Получается, вот третий раз крашу, это все я покрасила за один день. Ну, собственно, и шлифовала, все это я делала за один день. Все, оставляем нашу тумбочку, пускай сохнет до утра. Прошла ночь, все хорошо высохло. Вот так теперь выглядит наша тумбочка. Эту полочку я, конечно, снимала, как вы помните. И потом поставила на место. Так, скотч нам не нужен, теперь удаляем его. Вот так у меня получилось. Скотч я убрала.
Значит, теперь я сделаю кофейной красочкой тонировку вверху по краям. И вот дверки по периметру. Ну, может быть, внизу еще добавлю. Итак, я этой кофейной краски отлила в другую баночку. Добавила сюда основную краску, основной цвет, перемешала. И у нас получился нежно-кофейный. Потому что сразу темным нежелательно, надо все пробовать. Ну, я бы сказала, методом проб и ошибок. А другой стороной размазываем сухой. Или же используем тряпочку. Смотрим, насколько нам достаточно этого колера. Кстати, колер можно использовать, сейчас покажу. Я брала акриловую краску, а можно именно вот такой колер использовать. Просто он у меня закончился. Пожалуй, мало мне этого тона. Буду добавлять, перемешивать эти два кофейных. Вот этот цвет мне уже нравится. Краски берем прям вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Где-то больше, где-то меньше. И я думаю, хорошо, что губка именно вот такая, пористая. Теперь при помощи наждачной бумаги создаем потертости, эффект старины. Убираем пыль. Петли я покрасила, а теперь берем, защищаем. Также можно пошкурить, вот если видите где-то неестественные такие мазки, тонировка, тоже можно пошкурить. Но не по прямой, а вот делаем круговые движения, и тогда это будет выглядеть более естественно. Вот таким образом. Здесь я уже все пошкурила. Ну вот теперь точно уже убираем пыль и займемся декупажем. Вырезаем или вырываем с салфетки нужный рисунок. Пускай края будут неровные. Нарочито неровные, я бы сказала. Вот здесь вот край ровный, я делаю с него неровный. Вот пальчиком большим левой руки придавливаю, правой рукой обрываю. Накладываю на тумбочке вот прямой угол, и здесь вот у нас прямой угол из веточек, очень даже подходящий рисуночек. Накладываем, салфеточка потом растянется при намачивании, поэтому карандашом делаем меточку вот внутри примерно на 0,5. Наносим клей ПВА. Заходим за эту линию примерно на сантиметр.
Смотрим, чтобы слой был равномерный. Ни много и ни мало клея должно быть, а в меру. Отрываем нижние слои. Здесь всего два слоя, вот нижний я отрываю. Накладываем. Сверху располагаем файлик и быстрыми движениями от центра краям кисточкой выравниваем салфетку через файл. Пожалуй, достаточно. Файл аккуратненько убираем. А этой же кисточкой можно убрать лишний клей, слегка касаясь краев салфеточки. И оставляем до высыхания. Решила еще одну тонкость сказать. Значит, допустим, если у вас салфеточка прям вот белая, нежная, и может выглядывать карандаш, то тогда надо пользоваться не карандашом, а просто наложили и мокрой кисточкой обвели. И вот этот вот контур будете красить клеем ПВА. Так, что еще? После каждого фрагмента, конечно, файл надо протирать. Или просто наготовить заблаговременно несколько файлов. Сколько у вас будет фрагментов, столько и файлов. Благо, сейчас это не проблема. Кисточка у меня очень мягкая, поэтому я себе как бы могу позволить касаться салфетки. А когда высохнет наш декупаж, можно здесь вот сделать контур. Вот таким же кофейным цветом. Но можно этого и не делать. Чтобы салфеточка высохла быстрее, я использовала фен. И вот теперь тоненькой кисточкой делаю тонировочку вот таким образом. Краски беру прям совсем мало. Контур высох довольно-таки быстро. Буду покрывать лаком. Лак акриловый, написано матовый, хотя я им кое-что уже покрывала, и почему-то он блестит, хотя не должен блестеть. Но деваться некуда. Будет блестеть, значит будет блестеть. Покрываем аккуратненько, все так же от центра к краям. Первый слой высохнет, нанесем второй. Второй высохнет, нанесем третий. И только потом покрасим всю тумбочку. Все, пускай сохнет. Теперь полностью покрываем тумбочку лаком. Набрали лака на валик. И раскатали, прямо вот, чтобы лака было немного. Вижу здесь лишний лак, можно помогать кисточкой. Все, тумбочка покрашена, оставляем до полного высыхания на несколько часов. Вот так теперь выглядит моя тумбочка.
Рассмотрим ее поближе. Это у меня не просто декупаж, получается у меня тумбочка в стиле прованс. Прованс – это когда вот мебель состаривают. Но она вот и так у меня древняя. А я еще ее состарила. И вот что хорошо в этой технике, не надо вот, допустим, здесь вот шпаклевать. Можно наоборот вот так вот пошлифовать, чтобы были видны всякие дефекты. И в этом есть своя прелесть. Ручки также сделала. Покрасила и ободрала. Здесь будут храниться у меня всякие мои рукодельные дела. Может быть, сделаю еще одну полочку, чтобы как можно больше туда всего впихнуть. Ну а вверху у меня будут стоять чемоданчики. Сейчас я их туда поставлю. Вот такой чемоданчик в этой же технике. Это самый первый мой опыт декупажа. Экспериментировала, вот думала, если на темный фон залезть кисточкой, будет красиво. Нет, не очень красиво. А вот на светлую салфеточку интересно смотрится. Здесь у меня всякие мои дела рукодельные. Так, ставим еще сверху. И вот эти два чемоданчика также будут стоять на этой тумбочке. Вернее, маленький чемоданчик длиной 40 сантиметров и крошечный сундучок 20 сантиметров. Так что декупаж, видео по декупажу этих чемоданчиков еще впереди. Если вас интересует эта тема, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. А на сегодня все. До свидания. Всего доброго.